Всем здравствуйте, мои уважаемые зрители. У нас прогноз для знака зодиака Рак на вторую половину декабря с 15 по 31. Всех зрителей моего видео я поздравляю с наступающим Новым годом. Я желаю вам здоровья, удачи, успехов, семейного благополучия, счастья в личной жизни. Пусть у вас сбываются все ваши мечты, желания, и пусть 21 год будет легче, чем был 20-й. Хорошо, давайте посмотрим, что вас ожидает в последнюю половину декабря этого уходящего года по всем сферам жизни. На Ленорман мы посмотрим для вас сюрприз или неожиданность. Также получим советы от оракулов. Настраивайтесь на получение информации, подумайте о ваших планах, а я настроюсь на вас. Так, знак зодиака Рак, 15 по 31 декабря. Давайте посмотрим, что у вас будет происходить в начале этих 15 дней. Что у вас с отношениями, у кого не есть отношения или брак? Так, для тех, кто в поиске отношений, ваши перспективы. Работа, бизнес у кого есть? Для тех, кто в поиске работы. Финансы. И с чем вы войдете в Новый год? Так, на дне колоды у вас колесо фортуны. Да, ну смотрите, это удачный шанс поменять свою жизнь. Кто-то может найти работу, кто-то познакомится, кто-то решит какие-то свои финансовые проблемы, вопросы. Вообще, это карта улучшения. Улучшение к лучшему. Да, вот сейчас на вашей стороне фортуна. Вы можете реализовать все ваши планы, задумки, начинания. Колесо фортуны обещает удачную перемену в жизни. Ну, это может касаться чего угодно. Мы сейчас будем смотреть, конечно. Ну, смотрите, колесо фортуны крутится быстро. И этим шансом нужно обязательно воспользоваться. Хорошо, мы сейчас посмотрим. Ну, тут вот с деньгами какие-то, да, для тех, кто в поиске, тут есть шанс влюбиться. Так, сюрприз или неожиданность для раков с 15 по 31 декабря. Сюрприз или неожиданность. В чем вам может повезти, да? Ох. Да уж, сюрприз еще тот. Ну, смотрите, сюрприз проигрывается не у всех. Ну, тут у нас тройка мечей-то легла. Тут может быть разрыв с каким-то другом, с подругой. Как-то человек поведет себя не очень хорошо. Может быть, какие-то сплетни за вашей спиной. Ну, еще это... Да. Это может быть... Предательство в браке или в отношениях. Да, сюрпризик еще тот, конечно. Так, ну что, смотрите, с чем вы входите? Десятка жезлов. Да, может быть, карта говорит, что вот в начале этих 15 дней, может быть, что-то здесь по работе, здесь у нас еще сила легла. Десятка жезлов может говорить, что вы будете стоять перед какой-то важной задачей, которая потребует от вас больших усилий, энергии. Вам нужно будет что-то завершить. Может быть, какой-то крупный заказ, там, проект. Да? Да, здесь нужно поднатужиться, чтобы получить уже результат. Как бы в Новый год войти уже или с новыми заказами, или чтобы вас ничто не тянуло. Да, здесь нужно будет мобилизоваться. Может быть, еще карта говорит, если вам тяжело в одиночестве это заканчивать, может быть, попросить у кого-то помощи, чтобы вам помогли этот проект завершить. Кто-то, не знаю, может быть, будет квартиру, дом готовить к Новому году. Вот, генеральная уборка, готовка праздничного стола, подарки. То есть нужно много-много
выполнить задание. Кто-то, может быть, по силе еще по десятке жезлов поступил, например, из раков на новую работу. И вам трудно справляться. То есть, может быть, вам не хватает еще знаний, опыта, умения. И опять карта говорит, если у вас хорошие отношения с коллективом, ну, просите кого-то помочь вам, тем людям, кто там давно работает. Также, конечно, здесь вот в отношениях, может быть, знаете как, тройка мечей, это может быть и отношения, может быть, это было не свободное отношение. Это когда вроде как и есть человек, но вы все равно чувствуете себя в одиночестве. Со всеми своими заботами, обязательствами. Может быть, здесь вы закончите эти тяжелые отношения, потому что человек, наверное, не принимает никакого решения. Но здесь может быть и брака касаться, конечно. Например, женщина меня смотрит. Может быть, мужчина вообще не принимает никакого участия, а вы тащите на себе весь дом, еще и зарабатываете. Ну или одиночество вдвоем, да. Давайте мы уточним тройку мечей. Конечно, это карта развода, расставания. Здесь нет другого варианта. Но вы ли это принимаете решение? Или это... Да, вот здесь скандал и ссора из-за... Ну, какая-то крыса у вас завелась в отношениях. Я говорю, может быть, это какая-то подружка, да? Ну, давайте посмотрим. Ну, да, здесь полный разрыв отношений, развод. Ну, такой болезненный и с войной. По-хорошему у вас не получилось расстаться. Ну, смотрите, это общий расклад. Тут еще, знаете, может быть, у вас кто-то появился. Может быть, вы сами разрываете этот любовный треугольник, если вы в нем состояли. Потому что не видите будущего. Может быть, у вас реально кто-то появился, из-за этого вы и рушите эти отношения. Да, вот у нас тут король кубков. Мужчины могут сами принимать это решение. А у женщин, может, появился новый любовный интерес. Да, по тройке мечей это уже нет возврата. Вам нужно просто это принять как данность. Да. Ну, это кто тут принимает решение? Вы или ваш партнер, партнерша? Если у вас в браке все нормально, это для тех, у кого уже стоял вопрос о разводе. Хорошо, для тех, кто в поиске, здесь туз кубков. Да, вот. Колесо фортуны. Если вы были в поиске, здесь есть шанс познакомиться. Но это будут отношения кармические. Они не будут простыми. Здесь нужно будет над ними работать. Но будет очень сильное притяжение. Тут будет и любовь. Но здесь будет карма, да. Но влюбиться у вас есть шанс познакомиться. Хорошо, для тех, кто работает, у нас здесь старший аркан сила. Да, я говорю, может быть, на работе у вас тут завал какой-то, может быть, перед Новым годом, может быть, у вас что-то связано с праздниками или что-то такое, что к празднику продается. Да, нужно будет очень много работать. Но вы справитесь. Если карта говорит, если есть шанс кого-то привлечь к этой работе, то привлеките. Может, реально просто получится хорошо заработать. Тут еще может быть конкуренция, это войти конкурентов. Но опять карта сила. У вас и силы, и энергии хватит. Да, но работы будет много. Вот для тех, кто в поиске, у нас тут семерка пентаклей, это как бы карта ожидания. Может быть, вы куда-то подали резюме, но пока по семерке я не вижу, что вы получите эту работу. Тут надо еще как бы ждать. Давайте вам совет посмотрим. А что вы тут ждете? Да, пятерка мечей может говорить, что человек предпринимает усилия, чтобы найти работу. Но это пока нет. Пока не вижу я у вас перспектив найти работу. Вот, может быть, к концу, к Новому году тут будет прояснение какой-то ситуации. Может быть, это связано с нахождением новой работы. Но все равно это будет после Нового года. Пока это пустая трата времени и энергии. Как бы вам говорят еще, пока подождите. Вот это только интересно, а что ждать-то? Что ждать-то? Ну, повешенный, да.
Нет, пока не вижу я у вас новой работы. Тут еще, знаете, карта говорит, поменяйте свой взгляд там, где вы ищете. Поменяйте сферу деятельности. Например, вы ищете работу в офисе, а вам говорят, нет, нужно искать там, где передвижение, командировки, может быть, логистика, доставка. Или наоборот, вы много двигались, вам сейчас нужно искать работу в офисе. Но все равно пока новой работы я не вижу. Во всяком случае, не эти 15 дней. Хорошо, давайте посмотрим, что у вас с финансами. Здесь очень хорошая карта, карта исполнения желания или начала какого-то проекта. Но еще иногда звезда говорит о неожиданной помощи, а мы смотрим на финансы. Давайте посмотрим. Так, пятерка жезлов. Что у нас здесь? Пятерка мечей, пятерка жезлов. Тут смотрите, если по силе, да, силу мы не уточнили, может быть, здесь вам нужно будет предпринять очень много усилий, чтобы занять какое-то место. Или начать какой-то свой проект, может быть, через интернет. Но вам здесь придется бороться. Может быть, будут претенденты вот на это место, да, проявить силу, терпение, чтобы завоевать какую-то очень хорошую работу или начать проект. Тут или конкурентов много, или вам нужно обойти соперников. Ой, это я на деньги, да. Давайте тогда вот здесь силу уточним для тех, кто работает. Императрица, говорю, какой-то проект с большим будущим. Или начало чего-то, вот по звезде. Тут звезда говорит, что вам придется вкладываться. Вот колесо фортуны. Или занять очень хорошее место. Но придется с кем-то поконкурировать. Смотрите, у нас звезда, императрица, сила и колесо фортуны. Вот для тех, кто работает, будет очень удачный шанс реализоваться. Но, скорее всего, это что-то связано все-таки с творчеством. Может быть, вот эти карты говорят, что нужно будет потратить много сил, усилий, но еще какую-то рекламную акцию провести, скидки, чтобы привлечь покупателей. Да. Хорошо, а вот выходите вы, паш мечей, опять прояснение какой-то ситуации, получение каких-то неожиданных новостей. Кто-то будет заниматься, может быть, обучением ребенка. Подтягивать его. Они же сейчас у нас опять не учатся. Тут, может быть, что-то связано с обучением языками. Может быть, вы сами сейчас язык учите. Ну, давайте одну карту. Ну, еще это, знаете, критика. Столкнетесь вы с критикой. Нет, здесь будет помощь от кого-то. Неожиданное сообщение о получении какой-то, может быть, премии. О получении вот хорошей работы. Выплаты. Может быть, кто-то вам поможет финансами. Вот удачный шанс. Что у нас? Ну, это помощь от семьи. Тут или помощь от семьи, или кому-то, например, неожиданно перед Новым годом одобрит, не знаю, может быть, ипотеку, может быть, какой-то материнский капитал вы получите. Что поспособствует, что Новый год вы встретите в полном финансовом благополучии. Но это также может помощь быть от семьи. Или решение вопросов с жильем. Да. Так, здесь, смотрите, я уже сказала, здесь может быть разрыв и конфликт из-за того, что кто-то предал в любви, в отношениях, да? Потому что собака у нас – это верность. Но здесь может быть удар и ущерб от какого-то друга или подруги. Почему я всегда говорю, когда человек женат, или замужем, одиноких подруг домой привечать не стоит. Может быть, конечно, это и ваш любимый человек, но тут разрыв полный, да. Еще может быть ссора с другом, опять какие-то, как я говорила, сплетни за вашей спиной распускают, да. Вот не делитесь с друзьями, тем более, если знаете, что там друг или подруга любит басни рассказывать. Поэтому здесь вот опять будет ссора или конфликт из-за чьих-то сплетен. Так, хорошо, давайте посмотрим совет от Виканского оракула для раков с 15 по 31 декабря.
совет на раков с 15 по 31 декабря. Вот опять у нас как туз мечей. Это у нас Атам здесь называется, но он у вас перевернутый. Сейчас. Вы можете чувствовать, что защищаетесь без какой-либо явной причины. Не цепляйтесь за свою точку зрения с пустого упрямства и гордости. Так, еще у нас совет от оракула «Магические врата» для раков с 15 по 31 декабря. Рождение. Я несу в мир свежую динамичную энергию. Пора браться за новый проект. Идеи, которые вы долго вынашивали в себе, готовы к осуществлению. Будьте внимательны, заботливы, и случится чудо. А у меня для вас все. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего, удачи, любви, понимания. Берегите себя. До свидания.